Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сейчас мы увидим, а что было бы, если бы в геноцидном прохождении оригинального Undertale Флауи не испугался бы чару и попытался с ней сразиться. Итак, Флауи Дженосайд. Зачем ты? Помните, да, этот момент? Сразу же после битвы с Сансом чара приходит к Асгору, и Флауи его добивает. Видишь, я никогда тебя не предавал. Это был трюк, понимаешь? Видишь? Я ждал, чтобы убить его для тебя. В конце концов, я твой лучший друг. Я полезен. Я могу быть для тебя... полезен. Я обещаю, что никогда не встану у тебя на пути. Я могу помочь. Я могу... Пожалуйста. Не убивай меня. И Флауи стоит у меня на пути. Что мы можем с ним сделать? Проверить. Флауи одна единица атаки, 99 защиты. Флауи хочет, чтобы вы послушали. Пощадить может его попробовать? Нет, никак. Убежать. Я сваливаю отсюда. Но вы осознали, что весь мир отсутствует. Видимо, помимо этого мода, мира нет. Но, ребята, к этому все и шло. Чара его... А-а-а, красава, увернулся. Чара, послушай меня. Я не хочу с тобой драться. Я могу понять, почему ты злишься. У тебя был план, и я его испортил. Но мы можем все исправить. Оно не обязано было закончиться так, чтобы кто-то из нас умер. Мы можем вместе все исправить, я могу помочь тебе. Чара, почему ты меня не слушаешь? Я хочу тебе помочь. Просто дай мне забрать души людей, и я их поглощу. А потом мы вместе пересечем барьер и уничтожим человечество. Как ты и планировала. Чара, ты меня слушаешь? Мне было так скучно жить в подземелье и быть цветком. Я правда хочу тебе помочь. Будет все так, как раньше. Чара, пожалуйста. Пожалуйста, пощади меня. И будет все так, как будто бы никто из нас не умирал. Во, мы сможем его пощадить, отлично. Так, мы теперь сможем его пощадить. Что такое? Нет. Что опять не так? Что тебе надо? Ты идиот. И? Я не понимаю, как ты можешь быть таким глупцом? Ты понимаешь вообще, что ты сделал? Ты испортил все, над чем работал так усердно. Мы были так близки уничтожить мир.
И ты дал маленькому говорящему цветку изменить свое мнение? Попробуй еще раз. И на этот раз... Сделай это правильно. Флауи вас щадит. А я все равно хочу его пощадить. Error in script. Неправильно. Попробуй еще раз. Сделай это правильно. Ой, ну ладно. Что мне еще остается? В конце концов, я все еще твой лучший друг, правда? Флауи вас щадит, но я не могу. Чара хочет, чтобы я... Ладно, я облажался в этот раз, но... Вспомни те вещи, которые я для тебя сделал. Что-то, ну, вроде амулета. Я на самом деле украл деньги у мамы, чтобы его купить для тебя. Или в то время, когда мы испекли пирог папе, но отравили его. И я всю вину взял на себя, и меня наказали вместо тебя. И я был тем, кто отвел тебя домой. Вау, я помню эти хорошие времена. Ты была так благодарна мне, что ты... Подожди минуту, Чара. А что ты для меня когда-либо делала? Да, я помню. Я понимаю. Теперь я понимаю. Я так тебе помогал. Я помог тебе убить себя. Я накормил тебя ненавистью к людям. Я отдал свою жизнь, чтобы ты смогла увидеть цветы из своей деревни. И что ты сделала взамен? Ничего. И если я дам тебе пройти, ты уничтожишь весь мир. Ты уничтожишь все, правда? Весь мир пропадет. Похоже, что тебе нравится заниматься этим, да? Уничтожением всего сущего, но... О чем я тебе говорил все это время, Чара? Убивай или будь убитым. Опа, так. Воу-воу-воу-воу, больно. Нифига себе, пол хп, фоловой атакует. Окей. Ты знаешь, я шокирован тем, что когда-то считал тебя другом. Все равно цепануло. Азриэль, отойди. Мы делали вместе все. Ой, асгоровская тема, что ли? Да, это асгоровские атаки. Но они же, он же его отец все-таки. Флауи встал в стойку. Тест доги. Неплохо. Я чувствую, как они... Риглинг, типа... Ну, в общем, Чара чувствует эти хот-доги. 45 хп. Восстановил я. Вау-вау-вау. Мне просто не хватает места. Флауи готов драться. Ускоренные Hopes and Dreams. Мы делились секретами. Мы лгали маме и папе. Видимо, за каждый наш проступок... Оу. Оу-оу-оу-оу. А, то есть я понял, они вот так вот будут... Да, смотрите-ка, так проще. Гораздо. Лава атакует. Его этого больше нет.
Ну, второй давай съедим тогда. А, та же атака, да? О-о-о. Окей. Ты мог бы быть хитрее, Флауи, в этом плане. И наугад эти атаки выдавать. Мы планировали уничтожить человечество вместе. Ой, тихо. Быстро он начинает атаковать. Но этого уже не важно сейчас, так ведь? Ой, надо через желтый проходить было. Подумай о том, что ты делаешь. Все эти люди, которым ты причинила боль. Как это возможно, что ты ничего не чувствуешь? Оп, оп, оп. Ты манипулировала столькими людьми, чтобы они делали то, что ты хочешь. Этот человек, мама и папа, я. Ну, ходок. В смысле? Так я же прошел через желтый. Оно не должно было меня цеплять. Игра, ты меня обманываешь? Подумай о боли, причиненной всем этим людям. Воу-воу-воу-воу. Так, а новые атаки будут, интересно? Пора бы уже. Потому что я готов. На самом деле, вот эта вот как раз игра фанатская, она больше к, ну, на оригинал похожа, да? Но это уже не важно сейчас. Время положить конец той боли, которую ты причинила всем. Угу. А, по-моему, они стали как-то по-другому крутиться, или мне кажется... Азриэль готов драться. Уже Азриэль, уже не Флауи. Если ты не остановишь... Не остановишься меня атаковать, я... Я буду атаковать тебя с большей силой. Так, по-моему, уже ты это... Да, вот, вот видите, как мне уже неудобно стало уворачиваться-то. Вася... Флауи атакует. Ну, ладненько. Готовься. Что такое? Что? 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 Что такое? Я пока не вижу. Дольше? Он меня дольше атаковать собирается или что? Флауи что-то готовит. Сильное очень. Ладно, мы тоже готовимся. Хот-дог. Вы услышали какой-то глупый... Типа что, звук или что? Все еще здесь? Готовься! В смысле? А от этого вообще вернуться-то можно? Или в чем прикол-то, я не понял. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Флауи готовит что-то... Флауи готовят атаку посильнее. И тут я вспомнил, что в прошлой фанатской игре, когда я ел хот-доги, Флауи меня за это жестоко наказывал и оставлял без хп. А что, если я не буду вообще хот-догов есть? Вот я сейчас их не ел. Я попробовал заново и не съел ни одного хот-дога. И... Ой, не вовремя он, конечно... Появился. Оу, боль. Чара. Посмотри. Я... Очевидно, я не могу поменять твое мнение. Я полагаю, я...
был слишком... Ну вот я не знаю, что это значит. Может быть, наивным или... Ну, как это? Наив вообще, наивный. В общем, зря он, видимо, полагал. Он теперь считает, что все это время он ошибался. А называя тебя убийцей после всех тех вещей, которые я сделал во всех временных линиях. То есть он, получается, сам уже не уверен в своем мнении. И, может быть, я этого заслуживаю, поэтому... Чара... Пожалуйста, убей меня. Я хочу, чтобы это все закончилось. Я хочу увидеть маму и папу. Ну, это обязательно делать. Лавы, одна атака, 99 защиты. Что? Чара, да ладно. Почему ты меня не убиваешь? Я беру свои слова назад. Я хочу умереть. Я хочу, чтобы ты это сделала. Чара. Мне так больно. Я не хочу больше жить. Что? Ты просто оставишь меня здесь умирать? Так это я хуже, что ли, делаю, получается? Почему ты меня не убьешь? Я уже мертвый. Просто доделай это. Я... Я просто не понимаю. Ой. Слушайте, это жутко. Я хочу, чтобы это все закончилось. Я хочу увидеть маму с папой. Ребята, ну вы видели, что я пробовал открыть хорошую концовку, но никак не получается. Видимо, в этой игре хэппи-энда не будет. И мне ничего не остается, как... Это те самые, сколько, 8-9 ударов, которые были в геноциде. И игра заканчивается. Ну что, друзья, конечно, очень грустная и мрачная концовка, но, тем не менее, автор игры старался, и вышло неплохо. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и увидимся с вами в следующих интересных видео. Всем пока!